Миф о справедливости. Есть ли справедливость в жизни? Я думаю, что сейчас уже никто не думает, что есть какая-то справедливость. Но я готов с этим поспорить. Важно, как вы понимаете справедливость. Если вы понимаете справедливость как получение результата своих действий, то я вам должен сказать, что мир очень справедливый. Да, где-то вы могли что-то не рассчитать. Да, где-то вы могли неправильно понять. Мы можем совершить ошибки. Но как бы в этом может быть и справедливость. Справедливо же накосячили, получили по балде. Вот. Да, существуют форс-мажоры. Форс-мажоры – это когда раннее заболевание, онкологии, например. Но это несправедливо. Но мир так устроен, что в нем куча этих форс-мажоров. У кого-то что-то квартира сгорит, кто-то в аварию попадет, кто-то еще что-то, кто-то заболеет. Человек не виноватый, не специально, ничего не делал для этого, но так случилось. Но форс-мажоры нельзя к идее справедливости мира подсовывать. Их даже в договорах, когда юридически заключают договора, там прописывают. Вот стороны обязуются, но форс-мажор может быть. Но действительно может случиться что-то всегда из ряда вон выходящее. И, к сожалению, на жизнь каждого из нас такие форс-мажоры выкатываются. Ну, потому что мир несовершенен. Но это не проблема справедливости, это его несовершенство. Справедливость – это вы что-то делаете и получаете результат. Если результат, который вы получаете, вас не устраивает, значит, то, как вы к этому результату движетесь, или почему вы себе поставили такую цель, вполне возможно, что это совсем не та, которая цель была нужна вам. Вот, вы можете перестроить или цель поменять, или найти правильное движение. И в результате справедливость в том или ином виде торжествует. Но если кто-то хочет справедливости, чтобы всем поровну и взять все и поделить, как Шариков говорил в моем любимом фильме, ну, боюсь, такой справедливости не будет. Да и дележка эта, как известно, плохо заканчивается.